Добрый день, уважаемые участники нашего вебинара, слушатели, коллеги, я вас приветствую и хочу предложить доклад по цитологической верификации рака щитовидной железы. Ну, цитологические исследования очень широко используются при узловых образованиях щитовидной железы различного генеза. И в первую очередь я хотела бы отметить эффективность цитологического метода и возможности диагностики. Во-первых, чувствительность метода в распознавании наиболее часто встречающихся первичных злокачественных опухолей, а именно классического папиллярного и медуллярного рака, составляет около 95%. Их диагностика построена на четко установленных критериях клеточных, ядерных, структурных и фоновых. Что касается медуллярного рака, хотя он немножко не вписывается в тему высокодифференцированного рака, тем не менее он является раком, и знание и диагностика его имеют очень большое значение. И при его диагностике цитологическим методом мы часто используем еще дополнительный метод иммуноцитохимии и ставим реакцию на кальцитонин, что существенно повышает качество и точность диагностики этого процесса. Теперь показатели специфичности, то есть правильность цитологической диагностики в распознавании неопухолевых доброкачественных узлов. Она составляет более 90%. Нужно отметить, что доброкачественные нодулярные образования в щитовидной железе – это самый частый материал, который просматривает цитолог в структуре всех узловых образований щитовидной железы, составляет наибольший удельный вес. Проблемы цитологической диагностики и ее серой зоны являются образование фолликулярного строения с различным злокачественным потенциалом. Главная причина диагностической проблемы фолликулярных образований обусловлена невозможностью установить наличие или отсутствие инвазии опухоли. А клеточные и структурные характеристики, которые обычно используются цитологом в диагностике различных опухолей всевозможных локализаций, не являются значимыми в дифференциальной диагностике в этой группе новообразований. В работе цитологи, современные цитологи используют классификацию БИТЭС для цитологических заключений, которая разработана с учетом возможностей и ограничений цитологического метода и адаптирована для практического применения. Классификация включает 6 категорий цитологических заключений. И вот первые, вторые и третьи категории, они достаточно четкие и понятные, конкретные, это не информативный материал и доброкачественный узел, без вопросов. А шестая категория – это злокачественный процесс. Вот, но в то же время вот третья, четвертая и пятая категория, они носят определенный элемент неточности, сомнения. И я бы хотела вот из этой группы выбрать в первую очередь четвертую категорию – фолликулярная опухоль или подозрение на фолликулярную опухоль. Категория эта предполагает не только фолликулярную аденом или рак, как некоторые думают, те, кто далек от этой проблемы. Фолликулярные образования включают такие процессы, как нодулярный зоб, фолликулярную аденому, фолликулярный рак, фолликулярный вариант папиллярного рака и неинвазивную фолликулярную опухоль с ядрами, подобными папиллярному раку. Все эти процессы имеют сходные цитологические признаки и не могут быть точно идентифицированы. Окончательный диагноз в этой группе возможен только после операции, так как инвазия в капсулу и сосудистая инвазия являются единственным критерием диагностики фолликулярного рака. Теперь остановимся уже на чисто цитологических критериях и цитологических картинах, которые мы, так сказать, видим в микроскоп, и я вам их покажу. Цитологические препараты при фолликулярных опухолях, во-первых, умеренные и высококлеточные. Это первое. Далее. Важным моментом является изменение архитектоники, которое характеризуется нагромождением и скученностью ядер, вот как мы здесь вот видим, и формированием микрофолликулов. В общем, вот на всех этих трех картинках, которые вы здесь видите, мы действительно видим мелкие фолликулярные структуры. Клетки нормального размера или увеличены относительно, ну, незначительно. Ядра в опухолевых клетках в большинстве случаев не изменены,
нормального или чуть увеличенного размера без ядрышек. В то же время в некоторых при некоторых процессах, которые входят в эту группу, все-таки имеются ядерная атипия. И вот здесь мы это как раз и наблюдаем. Ядра здесь гиперхромны, несколько полиморфны и располагаются в виде нагромождений. Фолликулы содержат небольшое количество клеток, не более 15, внутри фолликулов может быть коллоид. Макрофолликулы встречаются крайне редко и нетипичны. Иногда преобладают трабекулы. Следует отметить, что фон в основном представляют эритроциты, а коллоид очень скудный или отсутствует. Это очень важный такой диагностический признак. Ну вот на этом слайде мы видим панораму тех процессов, о которых я вам уже говорила. Слева направо – это аденоматозный зоб, фолликулярная и микрофолликулярная аденома, высокодифференцированная опухоль неясного злокачественного потенциала, которая состоит из микрофолликулов атипичного вида с нагромождениями клеток и ядер, неинвазивная фолликулярная опухоль с ядрами, подобными папиллярному раку, фолликулярный рак – и фолликулярный вариант папиллярного рака. Ну, пройдемся на более крупном изображении по этим процессам. Вот перед вами фолликулярная аденома, микрофолликулярная аденома. Она представлена большим количеством мелких шаровидных фолликулов. Они однотипные и располагаются в скоплениях и вот там в составе такого массивного тканевого фрагмента. Клетки совершенно мономорфны. Далее, вот здесь мы видим совершенно отчетливую структурную и клеточную, и ядерную атипию. Клетки мелкие, но они с полиморфными укрупненными ядрами, интенсивно окрашены, располагаются в нагромождениях. Далее, редкая неинвазивная фолликулярная опухоль с ядрами, подобными папиллярному раку. Ну, с правой стороны мы здесь видим микрофолликулы с атипией, с нагромождениями клеток и ядер. А вот с левой стороны, в этих фолликулах внизу и слева, мы видим ядра укрупненные, и в центре мы видим просветленный хроматин вот в этих ядрах, что является характерным для данного процесса. Дальше мы видим фолликулярную опухоль, которая представляет собой фолликулярный рак. Никаких специфических признаков для этой опухоли, к сожалению, цитолог никогда не видит, кроме того, что мы видим мономорфную популяцию однотипных клеток и мелких фолликулов. Это все. Далее перед нами фолликулярный вариант папиллярного рака. Здесь, конечно, картина требует очень тщательного осмысления, и нужно увидеть те признаки папиллярного рака, которые здесь все-таки присутствуют. Нужно сказать, что фолликулярный вариант папиллярного рака, он занимает второе место по частоте среди папиллярных раков и сформирован преимущественно мелкими фолликулами. В отличие от предыдущих тех процессов, о которых я вам уже говорила, часть клеток имеет отчетливые признаки папиллярного рака. Вот, например, вот эта клетка, которую вот я вам сейчас показываю, она содержит отчетливую внутриядерную инклюзию, что является очень характерным для папиллярного рака. Внутри фолликулов мы видим коллоид и тоже еще такой штрих существенный. Вот эти вот плотные розовые очаги – это густой гиалиновоподобный коллоид, который чрезвычайно типичен для папиллярного рака, для всех вариантов папиллярного рака, ну и для фолликулярного варианта в том числе. Дополнение к тому, что я сейчас вам показывала, хочется сказать, что отличительный признак фолликулярной опухоли – это наличие выраженных структурных особенностей. Макрофолликулы и коллоид видны очень редко, и это важно в дальнейшей работе цитологов. Если большая часть клеток располагается в макрофолликулах и фрагментах разного размера, без нагромождения и наслоения ядер, то процесс рассматривается как доброкачественный и относится к категории Бетезда-2. Малоклеточный материал, состоящий из мелких атипичных фолликулов, оценивается как атипия неясного значения Бетезда-3. Если же структуры имеют фолликулярную архитектонику, а ядра – признаки папиллярного рака, процесс рассматривается как подозрение на папиллярный рак.
Если структура имеет фолликулярную архитектонику, а ядерные изменения неотчетливы, можно предположить неинвазивную фолликулярную опухоль, которая в любом случае расценивается как Бетезда-4. Далее я хочу остановиться еще на таком важном моменте, что вот в категорию 4 в Бетездовской системе включены не только фолликулярные образования, о которых я сейчас вам говорила и показывала, но и онкоцитарные опухоли, онкоцитарная аденома и онкоцитарный рак, имеющий фолликулярную архитектонику. Работая с этим материалом, мы всегда испытываем, ну не всегда, но достаточно часто мы испытываем трудности и проблемы дифференциальной диагностики. Во-первых, примерно в 16-25% выраженная пролиферация онкоцитарных клеток оказывается в конечном итоге не опухолью, а просто гиперплазией. И цитологически идентифицировать по клеточному материалу, который является обильным и не имеет никаких других дополнительных компонентов в цитологическом аспирате, мы не можем. Далее, дифференциальная диагностика между фолликулярной аденомой из онкоцитарного типа и раком онкоцитарным фолликулярным тоже абсолютно невозможно. Вот с левой стороны мы видим материал, который получен при онкоцитарной аденоме. Большая часть клеток выглядит достаточно однотипно, но тем не менее вот одна очень крупная, совершенно атипичная, с гигантским гиперхромным ядром. Несомненно, атипия, мимо которой невозможно пройти. Тем не менее, при гистологическом исследовании этот процесс расценен как онкоцитарная аденома, потому что инвазии никакой не наблюдалось. С правой стороны мы видим онкоцитарный рак. Он иногда выглядит совершенно невинно, ядра могут выглядеть небольшими, но вот здесь я показываю такой вот признак, который всегда должен настораживать цитолога, поскольку пласт онкоцитарных клеток, он пронизан пролиферирующими сосудами. И вот этот факт присутствия пролиферации сосудов, пронизывающих эпителий, является негативным и вызывает подозрение на возможность злокачественного процесса в онкоцитарных опухолях. Так, дальше, что я еще хотела сказать об интерпретации. Ну, во-первых, аспират из клеток Гюртля, диагностика онкоцитарной опухоли из клеток Гюртля предполагает высокую клеточность, которая должна представлять исключительно эти клетки. Ну, реальных методик дифференциальной диагностики между раком и доброкачественным процессом нету, я уже это говорила. Значит, если мы видим пролиферирующие клетки Гюртля с очаговой или диффузной атипией, мы в любом случае расцениваем процесс как Бетезда-4. Если материал располагается, состоит, включает фон, как фон плотный коллоид, то процесс, несмотря на присутствие достаточного количества онкоцитарных клеток, должен быть расценен как атипия неясного значения, потому что плотный коллоид не характерен для опухолей онкоцитарного типа, о которых я сейчас говорю. Малоклеточный материал, состоящий только из онкоцитов, тоже расценивается как атипия неясного значения, АСКУС Бетезда-3. Требуется повторное исследование. Умеренный или высококлеточный материал с обильным коллоидом, который растекается у нас в цитологическом материале как мед, расценивается как доброкачественный процесс, Бетезда-2. Ну, а прорастающие эпителии сосуды, я уже говорила, что этот признак характерен для онкоцитарных опухолей, которые формируются в щитовидной железе. И еще проблема бывает с онкоцитарными опухолями, когда требуется дифференцировать фолликулярный рак и папиллярный рак из онкоцитарных клеток. Опухоли из клеток Гюртля требуют дифференциальной диагностики с медулярным раком, который имеет сходные иногда черты и аксофильную цитоплазму, такую же, как в опухолях онкоцитарного типа. И никак мы не можем решить вопрос, как идентифицировать опухоли онкоцитарного типа, исходящие из паращитовидной железы. Ну, это уже, так сказать, объективная реальность и трудности.
И, наконец, что я еще хочу сказать, что большинство больных с фолликулярными опухолями подвергаются хирургическому лечению. По данным литературы и рекомендациям, которые мы читаем в Бетесдовской системе, вероятность, что узел опухолевый, составляет 65-80%, а частота малигнизации, по их данным, составляет 25-40%. То есть вот такой коридор. Следует отметить, что подавляющее большинство злокачественных опухолей этой группы интерпретируется как гистологический, как папиллярный рак, а среди доброкачественных – фолликулярный. Вот все, что я сейчас прочитала, это не мои, так сказать, вычисления, а это я цитирую из публикаций. А сейчас я хотела в заключение просто познакомить вас с тем, как работаем мы в лаборатории. И мы провели анализ материала, исследования, которое мы провели с 2016 по 2021 год. Всего было 155 пациентов. И вот интересно нам было посмотреть, как же распределяется цитологический и гистологический материал после операции и до. Таким образом, значит, вот из группы 150 наблюдений, которые цитологически были оценены как Бетесда-4, большая часть процессов была аденомами. Они составили 41,9%, ну почти 42%. Неопухолевые процессы, то есть ЗОП, составлял 26,4%. То есть аденомы и ЗОП составили вот 68%. Фолликулярный рак составил всего 5,2%. Остальные раки были папиллярными. Всего злокачественные опухоли составили 28,3%, то есть мы укладываемся в тот коридор, который дает Бетесда как риск злокачественности в этой категории. Ну вот еще тут у меня имеются и опухоли с неясным злокачественным потенциалом, это НИФТ, и фолликулярные опухоли с неясным потенциалом, которые существуют, которые выделены в гистологической классификации. По нашему материалу они составили всего 3,2%. Ну вот такие результаты нашей работы и такие проблемы и трудности мы решаем и стараемся их преодолевать. Все, спасибо за внимание.